Всем привет, с вами я, Алена. Я нахожусь в магазине Fix Price и приглашаю вас вместе со мной посмотреть на его новинки. Не забывайте ставить мне лайки, вам не сложно, мне приятно. Давайте приступать и смотреть, что же нового и интересного появилось на полочках Fix Price. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. 199 рублей светильники. Всего три варианта. У светильника теплый свет, работает от 3 мизинчиковых батареек, в комплект не входит. Срок службы светодиодов 30 тысяч часов. Это достаточно много. Светильник металлический. В составе сталь, ПВХ, полипропилен и медь. Световой поток 25 люменов. Выбирайте, не все светильники сделаны аккуратно и ровно. Вот такой вот кривой светильник. И вот так вот он выглядит внутри. Отсек с батарейками внизу. Обновленная упаковка у детской зубной пасты от Силкомед без фтора. Со вкусом яблока. Щетка в комплекте. Вот теперь упаковка с такой-то обезьянкой. Стоимость этой пасты 77 рублей. Детская зубная паста от Colgate, рассчитана для деток от 6 до 9 лет. 50 мл, 99 рублей. Паста со вкусом нежной мяты. Содержит фтор. Зубная паста Премьер от производителя Президент. Для ежедневного ухода с тройным действием. 75 грамм, 99 рублей. Снижает риск развития кариеса, укрепляет десны, освежает дыхание. Паста содержит фтор. Еще один вариант такой пасты для курящих. Эффективно устраняет налет от курения, осветляет эмаль, освежает дыхание. Данная паста не содержит фтор. Скраб-эксфолиант для лица с черной икрой. Глубокое очищение, детокс-эффект, омоложение. Анти-эйдж формула. Производитель Парли, Казань, 50 мл, 55 рублей. Интересная новинка, правда, я уже вся в ней испачкалась. Это энзимная пудра для умывания. Это также Парли Косметик Казань. Мягкое отшелушивание и очищение. 100 мл 99 рублей. Бережно и эффективно удаляет грязь, остатки макияжа и токсины из глубины пор. Растворяет сальные пробки, а также борется с черными точками. Выравнивает цвет и текстуру кожи. Способ применения. Смешайте в ладони небольшое количество пудры с теплой водой и нанесите на очищенное лицо. Помассируйте кожу, избегая области вокруг глаз. Два новых шампуня. Это активатор роста волос. 3 сантиметра ежемесячно. Шампунь не содержит силиконы, парабены и красители. Анагелин и дрожжи. 250 мл, 77 рублей. Поближе состав. Производитель Московская область. И второй вариант — это биотин и ниацин. 250 мл, 77 рублей. Оба шампуня подходят для всех типов волос. На другой полочке стоят эти же светильники, и здесь черных также два варианта. Всего получается 4. 55 рублей упаковка салфеток размером 33 на 33 сантиметра. 20 штук в комплекте. В продаже 3 дизайна. Очередные новые зеркала на ручке 149 рублей. Зеркало антистресс. Производитель Китай, полипропилен, стекло, полистирол, ПЭТ и гель.
конечно же, различные варианты. Последний, четвертый вариант. А какой больше всех понравился вам? Ну и вот она, коллекция с жемчугом. Заколочки, две штуки в комплекте. Разные варианты. 55 рублей. Заколка-невидимка. Есть вот такие заколки, зажимы. Вот такие красивые заколки. В России, Латвии, Белоруссии, Казахстане снова. Более 12 лет мы держим лидерство в своей нише, сберегая принципы экономии. Наборы из больших заколок зажимов, заколки разных форм. 55 рублей. Всего за 7, еще вот такие два варианта. Резиновые хозяйственные две пары. Всего за 55 рублей. Симпатичный гребень для волос, 55 рублей. Уважаемые покупатели, два варианта в продаже. Вот такие резинки за 77 рублей, одна штука с бусинками. Вот эти резинки сделаны качественно. Я в прошлый раз приобрела другие резиночки, и вы знаете, быстро оторвалась. У меня одна уже подклеивала. Их, к сожалению, больше нет в продаже, все разобрали. Небольшой крабик, 55 рублей. Также разные варианты в продаже. И еще в золотом цвете. Вот еще какие красивые заколки. Две штуки, 55 рублей. Разные варианты. Дополняет эту коллекцию ободки, 55 рублей. Два варианта в продаже. В прошлом обзоре я вам показала вот такие кисти для дизайна ногтей. Три штуки за 77 рублей. Появились кисти для макияжа. 6 штук. 99 рублей. В комплекте две кисти для лица, для пудровых и жидких текстур. Две кисти для век, щеточка-расческа для ресниц и бровей и кисть для губ для нанесения жидких текстур. Состав: полистирол, нейлон, алюминий. Новые косметические органайзеры. Несколько вариантов. Покажу сначала вот такой вам на 30 мл. Откройте крышку, наполните контейнер косметическим средством и закройте крышку. Снимите прозрачный колпачок, нажмите кнопку для удобной подачи средства. Этот контейнер самый дорогой, его стоимость 149 рублей. Вот такой контейнер за 77 рублей, 30 мл, с дозатором, система спрей. Можно хранить различные косметические средства, удобно брать с собой в поездки и путешествия. Состав таких баночек: стекло, полипропилен и полистирол. 77 рублей. Косметические контейнеры, две штуки в комплекте в черном цвете. Состав: стекло, полипропилен. Объем баночек 30 и 50 мл. И последний контейнер из этой серии, 50 рублей на 50 мл, косметический, состав ПНД и полипропилен. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я бы, конечно, подождала эти книги в Фикспрайсе за 99 рублей, потому что в других магазинах я их покупала за 200, за 300 рублей. Я обожаю эту серию книг от Анны Тодд. Ну и, конечно же, приезжают новые книги. Пример вот такая, Бернар Миньер, «Сестры». Перед ними простирался огромный необъятный лес. Татьяна Корсакова, «Снежить». Интересное название.
Конечно же, бумага газетная. Вот такая еще. Уна Харт. Троллей Пик. Фикси появилась за 55 рублей. Корректирующая лента. Идеально для исправления текста. Ширина 5 мм, длина 6 метров. Надо тестировать. Ручка-корректор. Две штуки в комплекте. 55 рублей. Если честно, меня немножко это все останавливает. Как-то взяла Фикси ручку. И она мне ужасно не понравилась. А здесь целых две штуки за 55 рублей. Не знаю. И еще одна ручка-корректор. Новинка от Берлинга. Так, стоит она, наверное, 55 рублей. Нету ценника. Во всяком случае, нажимается легко. Предыдущую ручку я просто не могла нажать. 8 мл. И в этих двух ручках тоже нажатие достаточно легкое. 199 рублей. Подставка для канцелярских предметов. Производитель Китай. Состав железа. Также в черном цвете. Новинка в канцелярии. Датированный ежедневник. Ежедневник в точку. Странички прошиты. Это плюс. Странички приятные, гладкие. Большой формат. 72 листа. 99 рублей. Такой сочный вариант. Вон тоже красота. Как же уже хочется лета. Снег надоел. И еще вот такой вот вариант. И варианты поспокойнее тоже присутствуют. Все. Все показала вам. Новинка. Чистящий порошок Пемолюкс. Вот такой вот интересный новенький. 480 грамм, 55 рублей. Pro Nature. Бескомпромиссная чистота с заботой о природе. Не содержит хлор. Мне очень нравится у Пемолюкса вот такие крышки, что можно закрыть. Также новый Комет без хлора. 475 грамм, 55 рублей. Безопасен для кожи рук. Универсальный. Утренняя роса. Лимон. 149 рублей. Новые большие контейнеры от Полимербыт на 10 литров. Пластик подходит для пищевых продуктов. С ручкой, с клипсами для закрывания. Открывается и закрывается все очень легко. И вот такой второй вариант. Очень красивый, на мой взгляд. А какой понравился больше вам? 149 рублей. Очень красивая масленка, стеклянная. Я бы с удовольствием приобрела, но мне кажется, большой кусочек масла здесь не поместится. Даже 180 грамм, которые сейчас стандартные в магазинах продаются. Нет, здесь не поместится точно, к сожалению. Очень красивая масленка, но маленькая. Продаются масленки вот в таких коробочках. Всего их два варианта. Какой вариант именно в коробочке, указан галочкой. Вот такой второй вариант. Мне больше понравился первый. А какой вам? Только посмотрите на эту прелесть. Баночка для хранения с крышкой. Обязательно открывайте, проверяйте. Есть вот такие точки на баночках. 149 рублей. Объем 470 миллилитров. В коллекции вот такие рисуночки на банках. Банки выполнены из доломита. Для меня это минус.
Материал доломит очень не любит воду. О, за 77 рублей. Перчатки резиновые, хозяйственные, две пары от Рогрецкого ореха. Снова приехали вот эти чашки. Мистер, миссис. Чашка из фаянса на 300 миллилитров. 99 рублей. Ну и до нас доехали желтые фарфоровые тарелочки. Тарелка тоненькая, мне очень нравится. Диаметр 21 сантиметр, 55 рублей. Можно дополнить такие тарелки кружками. Цвет, конечно, немного различается, но в целом очень все похоже. Очень интересная ручка, достаточно удобная. Фаянс 360 миллилитров, 99 рублей. И еще новые кружки за 99 рублей. Фаянс 320 миллилитров. Разные варианты. И вот такой третий вариант. Кружка с трубочкой 450 миллилитров. Состав: стекло, акрил, полипропилен. Производитель Китай. Трубочка с ограничителем, вы ее не потеряете. Три расцветки на выбор. Крышка с уплотнителем. Большая упаковка молока 3,2% жирности из свежего молока. Произведено по ГОСТ. 99 рублей. 1980 грамм. Покажу вам последние две новинки за 199 рублей. Производитель Иран. Блюдо. Диаметр 30 сантиметров. Вот такое красивое очень блюдо. Достаточно тяжелое. И в комплект к этому блюду вот такой салатник на 2 литра. Цена такая же. 199 рублей. А я на этом буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если вы еще не успели поставить мне лайк, сейчас самое время. Ну и, конечно же, я поздравляю всех наших мужчин с праздником 23 февраля. Желаю вам счастья, здоровья, любви и всего самого-самого хорошего и доброго. А я вас всех люблю. Берегите себя и своих близких. И всем пока-пока.